Летим на крошечный островок Лаянг-Лаянг. Это в Южно-Китайском море, в 300 километрах к северо-западу от острова Борнео. У этой поездки есть конкретная цель – акулы молоты или hammerhead по-английски. Из всех акул, которых мы еще не видели, сейчас нас интересуют именно они. Нам много рассказывали, что как раз в апреле-мае они огромными стаями ходят вокруг местного атолла, подводного вулкана, стены которого обрываются вниз на 2 километра до самого дна. Конечно же, мы не будем реально охотиться на этих красавцев, хотим только их увидеть и обязательно запечатлеть на фото и видео. Такие трофеи необходимы. Нет картинки, нет факта, как говорится. Охотничьим рассказам люди верят мало. Но дело это, как выясняется, непростое. Акулы рыбы вольные, гуляют где и когда хотят. И многие дайверы уезжали с Лаянг-Лаянга в слезах, потратив время и серьезные деньги впустую. Не хотелось бы пополнить их число. Надеемся на успех. Время как раз самое подходящее. И в запасе аж 8 дней нырялки. Ну не может фортуна нас подвести, не должна. Будем искать и расскажем вам об этом процессе день за днем. Итак, день первый. После бессонной ночи в дороге мы никакие, но решили сходить один дайв. Жаль упускать шанс увидеть искомое. Погружение на южной стене атолла. Совсем недалеко от нашего нового жилья, только взлетную полосу перейти. Стена обросла кораллами. Среди них попадаются вполне симпатичные. А вот крупной рыбы мало, и она пугливая. Приходится побегать, чтобы заснять. Стена круто падает вниз, под нами бездна, и это вселяет надежду на встречу с крупными обитателями пучины морской. Барьерный риф атолла. Кораллы здесь самые разные. А рядом в синьке медузы. Короче, море здесь есть, и оно глубокое. Завтра приступим к поискам акул. А на сегодня хватит. День был очень длинным. Пора спать. День второй, утро. Сайт называется «Точка». Сюда с востока приходит течение, которое острым углом коралловой постройки разделяется на две части и огибает атолл. Тут должны быть акулы. Уходим подальше от стены на глубину. И подарок. Видите светлую полоску в синьке? Это самый настоящий hammerhead. Из всех акул только они могут плавать на боку, поэтому издали видны темная спина и белый живот. Это их фирменный признак. Жаль, идет далеко. И быстро. И в сторону от нас. И догнать его никак. Плавает он гораздо быстрее. Но есть. Есть здесь акулы молоты. Значит, не зря приехали. Будут и другие. Но
видимо, не в этот раз. В синьке лишь медузы. Наша дайв-мастерица кого-то увидела. Нет, это не акулы, это тунцы. Очень крупные и стая большая. Жаль, глубоко они, метрах на 50. Нам туда нельзя, загремим в декомпрессию. А зрелище зачетное. Рыбы крутят свой знаменитый круг. Завораживающее действие. Говорят, так они защищаются от более крупных хищников. По ходу вращения заводными просторами наблюдают сотни глаз. Значит, есть кого бояться. Более крупные где-то рядом. Будем искать. Вон какие здоровенные тунцы под нами проходят. Но сейчас нам пора на мель. Разрешенное время заканчивается. Выходим. Второй дайв дня. Западное окончание атолла. Сайт называется Долина. Вначале попытка заглянуть на глубину. А вдруг? Но нет здесь никого. Мелочь всякая. А вот это интересно. Стайка хирургов лопает медузу. Никогда такого не видели. Любопытно. Поднимаемся на рифовое плато. Оно здесь плоское и в плане довольно большое. Рыбок гоняем. Наполеон. Осторожный, близко не подпускает. Рыба здесь очень пугливая, я уже говорил. А кораллы тут очень даже ничего. И рыба кое-какая таки есть. Окуни, сладкогубы. Не всех тут еще выловили. Нам рассказали, что с заповедными эти воды сделали где-то с 2010 года. А до этого тут рыбачки тралили нещадно. Как еще не всех извели. Вечная проблема. Люди хотят кушать. Сохранять морскую жизнь для потомков с каждым годом становится все труднее. Представляю, сколько здесь было рыбы до начала промышленного лова. Тем нужнее морские заповедники. Они позволяют хоть что-то сберечь. Черепашка, тоже боязливая, убегает. А нам пора наверх. Четвертый час пополудни. Юго-западная часть стены. Здесь есть небольшие гротики, которые гордо именуют пещерами. Нам туда. В полутьме сводов гуляют крупные сладкогубы. Сонные, не ждут подвоха, подпускают близко. Полочка перед гротом. Тут мурена расположилась на чистку рта. Не буду мешать. Желтые длиннорылые рыбы-бабочки. Их еще называют пинцетами. Берем в коллекцию. Течение метет вдоль стены с востока на запад и выносит нас на уже знакомое по предыдущему дайву коралловое плато. Side the Valley, долина. Тут под вечер довольно рыбно. Есть кого поснимать.
Полосатые окуни, красавцы. Но нам пора на берег, любоваться закатом. День отныряли успешно, и даже молота увидели. Зачет. Третий день. С утра дождик. Мы отправляемся на восток атолла искать хаммеров. Старательно падаем на глубину под 40 метров. Встретили двух акул, но первая была далеко, а вторая глубоко. Заснять на таком расстоянии кого-то нереально. Вот, смотрите сами. По центру кадра хаммерхед. Не видите? Камера почти не берет, и глазом видно едва-едва. Так что верьте на слово. Да плюс к тому нас течением унесло на порядочное расстояние, и риф мы из виду потеряли. Выходим в синьки. Лодка нас нашла по выброшенному бую. Дайв мимо. Видели, но не засняли. Вторая нырялка дня. Заходим там же. Ведь были тут молоты сегодня и совсем недавно. Но, как мы уже понимаем, вероятнее всего их увидеть ранним утром. Остальные дайвы так, на всякий случай. Просто с позаранку шумная толпа с пузырями и фонарями акул запугивает. Они опускаются глубже, благо есть куда, и до конца дня уже не высовываются. Как-то так получается. Но ищем, выглядываем старательно. Нет акул, к сожалению. Зато возле стены крутится здоровенная стая рыб. Дайверы обычно, не вдаваясь в подробности, называют таких джекфиш. Но тут есть интересный момент. Вот эта карусель образована, к примеру, тунцами. Они из отряда скумбриевых. Вот это ставриды из одноименного семейства. И те, и другие лучеперые огнеобразные, часто гуляют вместе, но фамилии у них разные, во как. Латексы. Жаль, не позволили к себе подкрасться. А зря, нам ведь только поснимать. Ну ладно, в другой раз. Спинороги. Эту разновидность англичане называют Titan Triggerfish. Титан значит исполин, мощный. И в самом деле, эти рыбки питаются верхушками кораллов, откусывают их. Соответственно, зубки у них ого-го, и куснуть они могут знатно. И кусают. Вот это, к примеру, самка, которая как раз сейчас занята оборудованием своего гнезда и очень агрессивна, и бросается на любого, кто рядом. У нас уже были случаи, когда приходилось от таких драпать, поэтому стараемся держаться на расстоянии. Рыба-ангел. Красивая, но пугливая. Ну ладно. Мы на этом рифе будем еще не раз. Нас сюда с акульих мест течение выносит. А сейчас у коллег воздух заканчивается. Выходим. Следующая нырялка. Западный конец атолла. Уже знакомая нам долина. Тут помельче. Для третьего дайва в самый раз. На кораллы не отвлекаемся. Занялись рыбалкой. Вот удалось подкрасться к рыбам-бабочкам. Клюют кораллы, как курицы, и никого вокруг не замечают. Эта разновидность называется вымпельный щетинозуб, если кому интересно. Серые окуни. Вкусная рыба. А это сладкогуб. Вот он расположился на верхушке коралла, позирует. Ну, ничего себе портрет получился, выразительный.
одни губки чего стоят. Титановые спинороги встречаются здесь часто, но приближаться к ним нет никакой охоты. Уж больно у них характер порченный. Лобстеры. Эти вообще деликатес. И они, похоже, об этом знают. Из норы не высовываются. А вот это удача. Манта-рей. И народ его выгнал прямо на меня. Грех было не воспользоваться. Заснял проход целиком. Не очень большая манта, молоденькая, но как красиво плывет. Тоже бабочки, мавританские идолы. Акула, рифовая белоперая. Спит на песочке, никого не трогает. Придется потревожить ради искусства. Славно погоняли. Ну ничего, успеет выспаться, мы скоро уйдем. И еще одна манта. И это уже побольше. Ну прямо подарки, один за другим. Замечательный дайв. Уходит, и нам пора. Завтра ранним утром опять на глубину. Камерхедов-то пока толком и не видели. Домой, спать. День следующий. Мы с утра опять на восточном окончании атолла. Уходим в глубину. И никого. Синеву снимаем. И течение нас доставляет к стене. А между тем команды первой и третьей лодки молотов видели. Их было штук 20, а мы были вторыми и ни одного. Печалька. С тавридами и тунцами любуемся. Но судьба нас без подарка не оставила. Погоня. Мимо нас проходит акула. Догоняем. Крик, слышите? Это визжит от восторга наша гидша Чин-Чин. Акула-лисица, Treasure Shark. Они здесь встречаются крайне редко. Да, нам повезло. На риф выходим довольные. С хаммерами у нас прокол. Зато трэшер был раритетный. И засняли. Уже день не зря прожит. А впереди сегодня еще два дайва. Северо-западное окончание атолла. Тут тоже кто-то когда-то видел хаммерхедов. Нет, одни медузы. И течение выносит нас на западный риф. The Valley. Гуляем, снимаем уже знакомых нам персонажей. Тоже интересно. Поймать правильный свет и ракурс. Работаем.
После полудня мы опять на востоке атолла высматриваем акул. Понимаем, что после обеда встретить их практически нереально, но надежда умирает последней. Нет акул, зато рыбы много. И удалось к барракудам приблизиться. Хорошо. Горгонарии на стене шикарные. О, акула. Обычная белоперка, но хоть она. И толпа джекфишей на месте, и удалось к ним в круг заплыть. Сотни глаз, и все на тебя смотрят. Это завораживает. В общем, закончился день. Будем готовиться к следующему. Новый день. Сайт Gorgonian Forest. Это восток атолла. Практически то же самое, что The Point. Как всегда, с утра искали акул. Никого не было, и течение снесло нас на южную стену. И вот любуемся старыми знакомыми, джекфишами. И поднимаемся на риф. Перед выходом приходится стоять на мелководье. На глубине в крови растворился азот, и его нужно отжать. Убиваем время, находим себе занятие. Вот парень из нашей группы, к примеру, любит дразнить титановых спинорогов. И они почему-то на него не кидаются. Наоборот, убегают. Слово заветное знает, наверное. Ну еще за рыбками можно погоняться, кораллы поснимать. Да и вообще, красиво вокруг, водичка теплая. Хорошо. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Надо выходить. У нас событие. Завершилась первая наша смена на Лаянг-Лаянге. Прощаемся с частью группы. Уезжают пятеро молодых ребят из Пекина и Шанхая. Да к тому же нам меняют гида. Наша Чин-Чин – малайская китаянка, и ее приставят к прибывающему завтра коллективу китайцев, не владеющих английским. Дальше будем нырять в другом составе. Добавятся четверо. Пара пожилых англичан – Йен и Кэрол из Манчестера. И семья японцев – Кенджи и Йока из Токио. А водить нас будет молодой парень Виктор. Ну что ж, надеемся, новая команда будет счастливее. И мы таки увидим хаммеров наконец-то. Сегодня предстоят еще два дайва. Пятнадцать минут ходу на лодке. И мы на северной стене атолла. Сайт – разрушенный риф. Упали на 30 метров. Идем вдоль стены и вглядываемся в глубину. А вдруг? Но акул нет. Пробежал мимо скаторляк, но далеко. И даже глазом было еле видно. Кораллы тут красивые.
them as a patula. Tell the youth be careful in a wicked Babylon. Течение тащит нас на запад. Идем с набором высоты. В итоге поднимаемся на рифовое плато атолла. На глубине 5 метров всегда веселее. Тут солнышко, цвета совсем другие. Пора. Идем наверх. После обеда еще один дайв. Третья нырялка дня. Мы снова на востоке атолла. Ищем молотов. Ну не бывает их после обеда. На глубине сидят. Остается нам рыб гонять. Все они нам уже известны. Задача заснять поудачнее, чтобы вам показать. Платоксы вот дали подкрасться к себе чуток ближе обычного. Мавританские идолы. Сегодня крупной стаей и освещение хорошее. Группер зачетный попался. Ну, и другие старые знакомые. Раннее утро, прощание с отъезжающими и встреча новых желающих увидеть хаммерхедов. Трогательное мероприятие. Жаль прощаться с ребятами, мы уже успели подружиться. Но жизнь продолжается. И мы опять на глубине выглядываем хаммеров. И увидели таки. Но их было всего 2 и далеко. Некачественная съемка. Опять почти мимо. А шансов с каждым днем все меньше. Гуляем, занимаемся подводным натурализмом. А на душе кошки скребут. Увидим ли? Повторяем привычный маршрут. Южная стена и выход на риф. В очередной раз документируем ландшафт. Ловим интересные кадры. Персонажи все знакомые, но ракурсы и освещение немного другие. О, шишколобый попугай. Их здесь мало. Муренка на охоту выбежала. Рыщет по норам, кого бы ухватить. Пора на выход. Надо быстренько отдохнуть и снова на поиски. Почти полное повторение предыдущего дайва. Зашли только чуток в стороне.
Видели акулу, обычную серую, и очень далеко. Заснять не получилось. Только стая скатов орляков прошла на глубине, но они быстрые, их не догнать. А дальше повторение старой схемы. Стена риф. Вообще дайв длится около часа, а в фильм попадает всего около 2 минут, чуть более 3%. Это потому, что мы выбираем только то, что вырезать рука не поднялась. Уж простите автора, если где увидите повторы и уже знакомых рыб. Они тут потому, как освещение поменялось или ракурс. То есть все то же, но каждый раз по-новому. Опять же, это дневник, где хочется рассказать обо всем увиденном по порядку. Юго-запад атолла, стенка с гротами. Мы уже здесь были однажды, но заходили немного западнее. Монтарей, крупный. Он у самой поверхности, а мы на 30 метрах. Не догнать. Кораллы на полках перед гротами красивые. Вот этого парня мы тут еще не встречали. Мраморный скат. Его еще называют хвостокол за ядовитый шип на хвосте. Он только что коршуном спикировал откуда-то сверху на мирно спящую на полочке рифовую акулку и прогнал ее. Я этот момент прозевал, не успел камеру включить. Гонюсь за ним. Опустился аж на 37 метров и заработал себе штраф. И пришлось потом отстаиваться на мелкоте дольше обычного. Но это ж ради искусства. А дальше рыба в гротах. Подъем на западное рифовое плато. И подводные пейзажи в косом предзакатном свете. Наполеон вот. Бдительность потерял, позволил подойти чуток ближе обычного. Белоперая акулка, спящая на песке, помните ее? Все, выход. Еще день прошел. 30 апреля. Еще одна попытка. Есть акула. Но это обычная рифовая, к сожалению. И далековато. И опять стена, и риф, и знакомые персонажи. Thank you.
следующий заход там же, на востоке атолла. Молотов нет. Опять стена. Черепаха вот. Акулка рифовая побежала. Каргонарии. И джекфиши. Их кругами можно любоваться бесконечно. И снова южный риф атолла, мелководье. Кораллы в солнечном свете. Это красиво. Молоденький Наполеон на охоте. Схватил что-то. И плюнул. Не понравилось. Триггеры бегают. У нас сегодня будет еще одна нырялка, но после обеда мы уже хомяков увидим вряд ли. И вообще, всего 2 дня у нас остается. Ну ладно, будем надеяться. Предвечерний моцион на северо-западном рифе атолла. Конечно же, мы тут уже были, но сейчас освещение получше или вода почище. Красиво, в общем. Давайте вместе погуляем. Ты сегодня ну просто обязаны выйти на демонстрацию. Ну сколько можно прятаться? Мы уверены, они будут. Вот команда лодки, ушедшей чуть раньше нас. Они на глубине, и это явно неспроста. Скорее туда. Есть молот. Это дозорный стаи, он осматривает нас. А вот и вся компания. Акул реально много, штук 50, не меньше. Вот она, наша награда за труды. Конечно же, видео у нас получается не супер, все-таки далековато до объекта. Но зато теперь никто не усомнится, мы видели хаммерхедов. Правда, всей командой в декомпрессию угодили, но это уже мелочи. Отстоимся. Мы
Мы заменили баллоны и бегом обратно. Но нет, ушли хаммеры. Загнали их дайверы на глубину. И не без нашего участия, кстати. Только вот серая рифовая гуляет. Ну что ж, зато крабика поснимал. Время послеобеденное. Сегодня у нас последний полный день нырялки. Завтра с утра успеваем сделать лишь один дайв. Больше нельзя. Послезавтра перелет, и до него накопленный нами азот должен раствориться в крови. Обычно это занимает около суток. Северная стена атолла. Сайт «Средний риф». Наша прощальная ода кораллам и рыбам. Теперь мы их увидим не скоро, лишь в следующую поездку. Предзакатное Южно-Китайское море. Мы устали, но довольны. Задачу выполнили. И завтра будет еще одна попытка. Кто знает, может быть, нам еще раз повезет. И правда повезло. Есть хаммерхеды. Большая стая сидела глубоко, но сторожа проходили рядом с нами несколько раз. Просто не верится. Два результативных дня подряд. Мы счастливчики. Да плюс к тому, на рифе рыбы нам устроили целое представление. Такое ощущение, что все явились попрощаться. Ну, время и воздух есть. Будем говорить «до свидания». I'm dead.
Маленький клочок суши на востоке атолла отдан птицам. Кругом на сотни километров море. Им негде гнездиться. И поэтому дайвера и военные немного подвинулись. Колония уникальная. Здесь 11 видов пернатых, и можно подойти к ним совсем близко. Они людей особо не стесняются. Хорошо, что такие экскурсии организуют гостям отеля лишь в последний день пребывания и на непродолжительное время. Жалко лишний раз птичек тревожить. Все, не кричите, мы уже уходим. Больше не побеспокоим. Завтра улетим отсюда, на большую землю. У нас событие. На атолл зачем-то прибыл важный государственный чиновник. Его состоящего на рейде военного корабля доставил палубный вертолет. А на прощание малайские асы-пилоты устроили в небе небольшое воздушное шоу на потеху персоналу отеля и гостям. Нет, ну а в самом деле, где еще они свое мастерство показать могут? Не знаю, как кому, а нам понравилось. Вечером военные моряки и персонал базы во главе с важным гостем пели караоке на банкете, устроенном для них отелем. А мы под этот вокалист паковали свои чемоданы. Спать хотелось дико, но терпели. Это ж был тот самый случай, когда поют солдаты. В общем, последняя ночь на Лаянг-Лаянге запомнилась. И в небе наш самолет. Садится. Прощальные фотографии, обмен адресами. Всего 10 дней без малого, а новых друзей у нас значительно прибавилось. И вот пора прощаться. Печалька. Мы уже в салоне. Раскручиваются винты. Взлет и полет над атоллом.
потом 300 километров над Южно-Китайским морем. Вот показался в иллюминаторе кусочек острова Борнео. Там нас ждет наземная программа. Путешествие к местному четырехтысячнику, горе Кинабалу, редкие орхидеи, носатые обезьяны и много чего еще. Но об этом расскажем уже в другом фильме, когда он будет готов. Так что следите за эфиром и спасибо за внимание. Пока!